Мухоморчик очередной. Да. Скажи. Так зачем ты все-таки собираешь, интересно? Потому что грибов мало. Вот первые ложные опятки. Это у нас идут они серно-желтые. Ищем. Заросли кипея. Пора собирать листочки. Прошел, правда, дождик. Немножко влажновато еще. Но, тем не менее, можно собирать и ферментировать на чаек. Это горькушечки, да? Да, вот он млечный сок такой беленький, видите? Горькие такие. А вот вы знаете, не горькушки. Затрудняюсь я ответить. Даже на вкус очень вкусные. Вот такие вот грибочки. Ну, пока вот идем дальше. О, а это у нас что здесь? А, это ложная пята. А рядом вон какие желтенькие. Вот видите, ложные, пожалуйста, и желтенькие. И вот такие вот кирпичные. Но это пока, конечно, не те опятки. Пойдем на наше место, на старое, да? Идем на разведку на наше старое место. Средняя полоса, хвойный лес. А, смешанный. Вот такие грибы, прямо на дороге. Вот. Что это за грибок такой? Запаха почти не имеют. Вот. Такого вида грибы. И растут вот поодиночке. Очень много вот таких грибочки. Наверное, рядочки такие. Или говорушечки. Они уже как подмороженные, полупрозрачные. Запах ароматный. Но пахнет непонятно чем. Ладония лесная. Очень интересный лишайничек вот такой. Такими коробочками идет. Словно находишься под водой. Вот такой грибок интересный. Похож на зонтик, но, конечно же, не зонтик. Чешуйки у него такие. Возможно, какая-то лепиота. Такие не берем. Такие вот еще говорушечки. Так, а вот дальше я вижу интересное что-то. По-моему, даже другие. Ого, ничего себе. Надо же. Лисички, ну, уже тоже подмороженная. А так вот она, лисичка-то еще, красавица.